Всем огромный привет! Сегодня я была в магазине Fix Price по адресу город Саратов, улица Пензенская. И прямо сегодня сюда завезли самые классные, интересные, горячие летние новинки, которые мы вместе с вами посмотрим. Не забывайте оценивать видео, также подписываться на мой канал и на мой инстаграм. Ссылка на него, как всегда, найдете в описании. Термосалфетка, размер 44 на 29 сантиметров. Основная часть выполнена из пробки, а верхнее покрытие лицевой части сделано из пластика полипропилена. В этой серии есть салфетка очень необычного дизайна. Она сделана в виде старой газеты с разными статьями. Такую салфетку можно использовать для пищевых продуктов. Есть отметка о том, что она выдержит горячая, максимально разрешенная температура плюс 100 градусов. Рисунок только с одной стороны. На выбор 4 дизайна купить такую пробковую салфетку в фикс-прайсе можно за 77 рублей. В продаже появились стеклянные банки с замком разного объема. Самая маленькая объемом 290 мл. Она стоит 55 рублей. Высокая банка объемом 420 мл стоит 77. Банка квадратной формы объемом 600 мл стоит 99. И самая большая банка объемом 800 мл, ее цена 149 рублей. Между собой банки отличаются цветом силиконовой вставки в крышке. У таких банок сверху есть металлический фиксатор, металлический замок, благодаря которому крышка надежно плотно закрывается и фиксируется почти как на замок. Сама банка стеклянная, а механизм выполнен из оцинкованной стали. Также сверху на крышке есть дополнительная силиконовая вставка. Такие банки отлично подойдут для хранения сыпучих продуктов, крупы, соль, сахар. Также сюда можно поместить специи. А еще как вариант можно делать домашнюю консервацию. Например, баночка небольшого объема из этой серии отлично подойдет для приготовления вяленых томатов. Новинка серии «Компакт». Одновременно это разделочная доска и складная чаша. В сложенном состоянии доску-чашу можно использовать в качестве разделочной доски. В разложенном состоянии получается чашка достаточно большого объема. Ее можно использовать как миску для мытья или хранения овощей и фруктов. Внутри миски находится клапан. Его можно открыть после того, как вы помыли фрукты или овощи, и слить воду. Сама разделочная доска-чаша выполнена из плотного пластика полипропилена, по бокам вставки из термопластичной резины, за счет которых, соответственно, эта доска и складывается. С обратной стороны есть удобные ножки, они прорезинены, для того, чтобы чаша не скользила на поверхности стола. В целом задумка интересная, но есть вопросы к исполнению. Места, где перегибается силиконовая часть, есть потертости, поэтому есть шанс, что после некоторого времени использования в этих местах появится дырка. Между собой складная чаша отличается расцветками, всего 4 варианта. Сделана в Китае, цена 249 рублей. В продаже снова появились банки 3-литровые с крышкой. В комплект идет удобный кран, эта банка отлично подойдет для лимонада и других холодных напитков. У нас есть эта банка, мы ее используем уже не первый год, и на каждый детский праздник я готовлю вкуснейший домашний лимонад. Кроме праздников, также эту лимонадницу мы берем на природу. Кстати, домашний лимонад готовится очень просто. Все, что необходимо, это вода, лимон, апельсин и сахар. У меня есть отдельный проверенный рецепт лимонада. По нему лимонад я готовлю уже несколько лет. С удовольствием поделюсь с вами. Ссылку на рецепт лимонада оставлю в описании. Купить такую банку для лимонада можно в фикс-прайсе за 249 рублей. Пленка пищевая, биоразлагаемая, длина 100 метров, ширина 29 сантиметров. Цена за большую упаковку 77 рублей. Снова в продаже появились надувные круги диаметром 63 сантиметра. Большой выбор расцветок. Эти круги покупают как горячие пирожки. Цена в магазине Fix Price 149 рублей. Еще один товар, который очень быстро раскупают, это веер. Снова в продаже большой выбор расцветок. Купить такой веер можно в фикс-прайсе за 77 рублей. Силиконовые палочки для ушей и макияжа многоразовые. В наборе две палочки, которые подходят для многократного использования. Одна из них для чистки ушей, а вторая для коррекции макияжа. После того, как вы воспользуетесь палочкой, ее необходимо промыть водой, насухо вытереть и убрать обратно в контейнер. Контейнер удобно закрывается и надежно фиксируется. Два цвета на выбор. Цена набора 77 рублей. Еще одна интересная бьюти-новинка – это маска для глаз, а точнее целых две маски. Внешне очень напоминают аккумуляторы холода льда, хотя по сути они работают по такому же принципу. Маску можно использовать как в горячем, так и в холодном виде. Для того, чтобы снять отеки или усталость, маску необходимо убрать в морозильную камеру на 30 минут. А для расслабления и подготовки ко сну, наоборот, маску необходимо нагреть в микроволновке в течение 20 секунд. Затем необходимо закрыть глаза и приложить маску. Как вариант, такие кругляшки еще можно использовать, если ребенок ушибся, в качестве холода и приложить к месту ушиба. Можно купить такой набор, положить в
морозилку и достать, когда он пригодится. На выбор 4 варианта. Купить такую маску можно в фикс-прайсе за 77 рублей. Товар, который в этом году из-за аномальной жары стал просто мега популярным. Это мини-вентилятор с кабелем USB торговой марки Flex. Вот такая небольшая конструкция. Сделан вентилятор из стали, сплава алюминия, ПВХ, АБС пластика и полипропилена. Два варианта работы этот USB и второй вариант от сети, если добавить сюда блок. Этот вентилятор я купила себе домой, протестировала его. Кроме того, этот вентилятор вошел в подборку 15 самых лучших товаров, которые точно пригодятся вам этим летом. На эту тему я сняла отдельное видео, которое совсем недавно вышло на моем канале. Посмотрев это видео, вы узнаете, какие интересные классные товары можно приобрести для себя в магазине Fix Price. Ссылку на подборку топ-15 лучших товаров из Fix Price я оставлю также в описании под видео. Между собой вентиляторы отличаются цветом. В ассортименте есть вентилятор в сиреневом, черном и белом корпусе. Производитель Китай. Купить такой ручной мини-кондиционер можно в фикс-прайсе за 299 рублей. В фикс-прайсе эти вентиляторы раскупают очень быстро. Как раз привезли новую партию. До этого уже 4 коробки раскупили просто за считанные дни. Декоративная шкатулка из коллекции Африка. Размер 18x11, высота шкатулки 10 см. Внутри одно отделение. Шкатулка сделана аккуратно. Состав картон и сверху обшит полиэстером. В этом фикс-прайс в ассортименте две шкатулки. Это с леопардовым принтом и принт в виде жирафа. Качество исполнения мне понравилось. Стильная, красивая шкатулка подойдет для хранения косметики и других аксессуаров. Сделана в Китае, цена 199 рублей. Новинка в серии Flex. Мышь компьютерная, проводная, оптическая. Яркий, красивый дизайн, рифленое колесо прокрутки. В комплекте идет провод, длина которого 100 см. Сама мышь сделана из АБС пластика, полипропилена и ПВХ. Не знаю, как работает мышь, но смотрится стильно, красиво. Маленькая мышь, аккуратная. Гарантированный срок службы производителям 2 года. 3 новых дизайна в ассортименте. Полная инструкция в комплекте. Стоит такая мышь в магазине Fix Price 149 рублей. Красивые бьюти-новинки. Расческа для волос складная. Маленькая, удобная, компактная. Помимо расчески, внутри находится еще небольшое круглое зеркало. Отличная расческа, которую можно всегда брать с собой, она не займет много места. И при этом аккуратно и красиво сделана. Состав АБС пластик, ПВХ, нейлон и стекло. Расческа отличается дизайнами. В ассортименте есть с авокадо, персиком и с клубникой. Сделана в Китае, цена 99 рублей. Еще одна расческа для волос, сделанная в форме единорога. Благодаря удобной форме эту расческу максимально удобно держать в руке и расчесывать волосы. Расческа выполнена из АБС пластика и термопластичной резины. Мне она очень понравилась, аккуратно сделана, красиво смотрится. Ни одна девочка не откажется, чтобы у нее была такая красивая расческа для волос. Если честно, я бы и себе такую купила. Верхняя часть красивая, перламутровая. В ассортименте нежно-розовый и бежевый цвет. Цена расчески 149 рублей. Шикарная летняя новинка. Пригодится тем, кто собирается на море или просто купается на речке или в любом другом водоеме. Это надувной матрас с ручками. Матрас достаточно большой. Длину 110, ширину 52 сантиметра. Выполнен из достаточно плотного материала, состав ПВХ. Сверху две ручки, выполнены из пластика полипропилена. Надувается матрас достаточно быстро, мне понадобилось где-то минуты 3. Хочу отметить качество, материал напоминает плотную клеенку. Все сделано отлично, все проклеено ровно. В верхней части находится окошко, если вы будете плавать на море, то вы сможете наблюдать, что происходит под вами в воде. Например, если будут там плавать красивые рыбки, вы сможете их увидеть. Рисунок с одной стороны. С другой стороны матрас однотонный. Ну, кстати, плавать можно и на этой стороне. Единственное, что ручки будут внизу. Мы такую надувашку уже испробовали. И, кстати, на ней может купаться не только ребенок. Взрослого она тоже с легкостью выдерживает. Единственный момент. Такие надувные изделия лучше не передувать. Лучше пусть они будут чуть-чуть спущенными, чтобы они не лопнули, если на ребенок, например, резко на них прыгнет. Также надувные летние изделия стоит беречь от яркого солнца. Особенно долгое пребывание, когда температура 35 градусов и выше. И если каменный пляж, то будьте осторожны, чтобы камнями не порезать надувашку. Нам попался хорошего качества матрас, с ним все в порядке, он не сдувает, так что с удовольствием будем на нем дальше плавать. Я нашла 6 разных дизайнов, все они яркие, летние, с красивыми принтами. В ассортименте есть матрас с рыбками, с красивыми цветами, фламинго и птицами, желтые ромашки, попугай, аппетитный матрас с мороженым и ягодами и расцветка синяя с якорями, ракушками. Вот эту расцветку мы купили. Какой именно дизайн внутри указано на упаковке.
Купить такой надувной матрас с ручками можно в Фикспрессе за 299 рублей. Не забывайте также, что на все надувные изделия гарантия 2 недели. 100% натуральный растворимый кофе Le Café. Стеклянные банки, большой объем, 175 грамм, цена 249 рублей. Напиток негазированный, со вкусом малины, святой источник. На втором месте в составе идет сахар. Объем 500 мл, цена 27 рублей 50 копеек. Батончик ореховый с ягодами, арахисом и миндалем. Масса 32 грамма, цена 27 рублей 50 копеек. Жидкое мыло для рук от торговой марки Palmolive. Роскошная мягкость. Большой запасной блок объемом 750 мл. Без парабенов в составе, нейтральный pH, протестировано дерматологами. Один большой флакон заменяет вот такую маленькую упаковку мыла. Цена такого объема 199 рублей. Мужской гель для душа Palmolive, большая упаковка с экстрактом семян конопли. Объем 500 мл, цена 149 рублей. На сегодня это все. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Мы с вами увидимся очень скоро. Всем пока!